И представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Слепак Руфи Евгений, компания Витек. Как сейчас игра прошла, впечатление? Ой, игра была сильная, тяжелая. К сожалению, проиграли, расстроились в упорной борьбе 3-2. Вели 2-1, но не смогли удержать победу. Ребята сильные, достойный соперник. Спасибо ребятам за матч. Будем стараться в следующем году на Кубке тоже взять, одержать победу.